Смотрите, что я заметил. Я вчера выложил ролик про Грудинина. У меня было 2 минуты назад около 45 дизлайков. А сейчас я обновил страницу, и у меня уже 1230 дизов сразу же появилось. Я думаю, что через час-два здесь будет 3000 дизов, 4000 дизлайков или даже 5000 дизлайков. Ну, то есть вы должны понимать, что 1200, особенно моя аудитория, она не может мне столько поставить. У меня может быть, конечно, недовольных 10%, 20%, 50%, а здесь 1230. А давайте теперь обновим страницу. Опа, 1274 диза уже. Давайте снова обновим страницу. Так, я сразу вам показываю, что 20 марта был ролик выложен в районе 15:00 по Москве. 409 лайков и 1274 диза. А теперь обновляем страницу. Смотрите, уже еще прибавилось. 1292 диза теперь. Нажимаю снова обновить страницу. Еще дизы появились. Можно обновлять каждые 5 минут, и тут будет по 100, по 200 дизлайков прибавляться. Причем, я как понял, просмотры на дизы особо не влияют, и количество комментариев. Вот давайте посмотрим. 10691 просмотр. Ну да, не влияют. А дизы растут, все еще продолжают расти. 1310 дизов. Тысяча 315 дизов, и лайк вообще практически нету, практически не растут. Уже 1321 дизлайк. Давайте снова обновим страничку. Итак, было 1321. Обновляем. Тысяча 327. Ну и так далее. Я думаю, что уже дальше нет смысла терять ваше время и мое. Я прямо сейчас выложу этот ролик, и вы сразу это все увидите. Никаких тут программ у меня по накруткам, по раскруткам. У меня ничего нету. Ну ничего. То есть ничего у меня не запущено здесь, если кто-то думает, что может быть я как-то это сам делаю, но это нереальное практически количество такое. Ну давайте еще раз обновим страничку. Вот еще 9 дизов добавилось. Ну правда просмотры чуть-чуть подросли. Не всегда, но дизы влияют на просмотры.